фиолетовый. Не-не-не-не, давайте я хочу фиолетовый. Нет. Витёк, это единственный аут. Ты не хочешь фиолетовый играть? Ты хочешь, чтобы я не играл фиолетовым? Я хочу фиолетовый. Нет, я хочу... Не пизди. Я хочу все цвета попробовать. Я не попробовал фиолетовый уже давно. Не пизди. Ну... Надо было кидать кубик при условии фиолетового. Но не судьба. Надо было кидать кубик, короче, а потом, в зависимости от того, он типа меньше 25, меньше 50, меньше 70 или меньше 100, какой, это значит, какой я цвет выбирал. И ни один из них не фиолетовый почему-то. Нет, 92 да. Был бы фиолетовый. Фиолетовый уже летел, да. Ну, я бы тогда не играл. У меня выпал фиолетовый, одно значит на фиолетовом играть. Если бы тебе выпал фиолетовый, это означает, что не ты должен был играть на фиолетовый, а с твоей точки зрения я не должен был играть на фиолетовый. Нет, нет, вот какой у меня цвет выпал, такой я бы играл. Если у меня выпал не фиолетовый, я бы играл не фиолетовый. Гном, хочу гнома. Блять, ну опять все уроки, да почему они постоянно не падают? Ой, вообще. Да, о, текст имба. Бери Гошан, у них очень жесткие улучшения второго барака, который бафает атаку со всем. Че, репикать Найтворм, что считаешь? Ну за что, дварф, ебаный? А у меня, блять, ну терпи, ладно. Гадка с приколом. Давайте не... Это скучно. Нет, давайте сыграем еду, в которой все обязаны тыпикать антимагию. Мне еще и Найтбор. Дайте рестарт. Ну тогда, блядь, без хуйни с фиолетом, хорошо? А может кубик все-таки? Давай так, кидаем кубик. Если у меня хотя бы на 2 больше, чем у тебя, то мне фиолетовый. Устраивает? Это кубик с преимуществом называется. Это мой кубик с преимуществом. С преимуществом это из 2 было бы. Так, мне надо 6 выкинуть. Ну, сейчас постараемся. Ладно. Легкая. Бикроллер. Макс дестроллер. Дестроллер. Все, запускай. Найтборн. Давай еще одного Найтборна, чтобы я. Блин, я сдипался на 40 играть. У нас вообще очень давно в катках не было селетидов. Хочу, чтобы были в катке селетиды. У нас давно я не был ни на чем, кроме Найтборна. Ну. Давай так, согласен ли ты, что гномы достаточно часто в наших катках встречаются? Я согласен, что да, я хочу тоже посмотреть селетида в катке. Я вообще бы сам сыграл хоть раз, потому что ни хера у селетида не выпадали. Если что, селетиды тоже гошану выпадали в катках, которых мы рандомно делали. Они 2 выпали гошану и 1 компу, по-моему. Нет, я уже уверен, что я на всех расах, кроме селетидов, играл, но вот селетиды... Но, тем не менее, есть расы, на которых, типа... Нет, я играл на селетидах, но я играл олпиком на них, когда я играл сам. Это не считается. Я знаю. Гадки олпик рандомно, вообще не рандомно считается. Мне не выпадали. Если ты хочешь какую-то расу, то... и она тебе не выпала, ты просто репикаешь. Это как ты взял билет на экзамене, он тебе не понравился, и сказал, можно мне минус балл и другой билет. Я помню, что я так сдавал Фумкан, по-моему. Я взял билет, мне не понравился. А, я знаю это. На Фумкане тоже есть билеты, на которые бы мне не понравились, это правда. А там можно на тройку самому выбрать билет? Я не помню. Я помню, что там было 20 вопросов, и я не знал один из них, и ровно он мне выбрал. Подожди, это Фумкан зачет или Фумкан зачет? Ну, который был первый Фумкан. Да, на Фумкан это был зачет вообще. Там нет минус балла, там зачет не зачет. Ну, я, короче, не помню, но я помню, что ситуация была такая. Я не знал ровно один билет из 20. А вы что, издеваетесь, что ли? Блядь, серьезно? Еще рестарт?
Витёк, смотри, знаешь, что у меня произошло? Да. У меня верхний барак и центральный потеряли хп, а нижний не потерял. Да, я знаю, если ты успеваешь... Кэшан, ты успеваешь щиток пикнуть или нет? Всё, нет, мне не нравится. Давай, я хочу, чтобы у нас... Блядь, я хочу не антимагию. Забавно, да. Забавно, что нам, типа, есть три расы, которые умеют управлять какашки. У нас есть один слот под компа, который умеет это делать. У нас два раза выпадает раса, которая это делает. Так, кстати, Гошан, нельзя войти в хату. Я только что ее создал. Ну... Ну, короче. Перезайди в локалку. Гошан, зачем-то тоже создал хату, не знаю. Я, ты думаешь, я увидел, что ее нету, и у меня рука сама тыкнулась, что надо создать. Это шанс Макса. Нет, я не буду... Нет, нет, чел, нет. No. Ну, только потому, что ты забавно, что выиграл. Это шанс, типа... 1/16 пика ульты, и, ну сколько, если верить, вот здесь панельки справа, здесь тут игре, видимо, ну, 20 плюс раз, да, ну, там, типа, 3 двадцатых на 1/16 примерно оценить, это сколько? Это 3/360 Ой, почему-то 3/320 Ну, примерно 1%, короче. Так почему 1/16 если два раза надо пикнуть? Ну, это 1% два раза ройнулся. Подряд. То есть это типа 0,01%. Да, ладно. Я не уверен, что выбор ульты абсолютно рандомен со стороны. Не, он абсолютно рандомен. Во, Витёк наконец-то понял, как работает игра. Нет, нет, ульту я уверен, что компы пикают абсолютно рандомно. Тут уж 100%. Если у них есть ракетки, они пикают ракетки. Да нет, неправда. Гошан переобучился на двух этих самых. Очень давно не было в катках, чтобы чуваки кидали ракетки. Ну не очень давно, я даже помню предыдущий раз, когда мы были ракетки. Прошлая катка. В предыдущий раз я тоже помню. Даже поза предыдущая, да. Даже поза предыдущая, я тоже помню, потому что это поза предыдущая катка. Ну, короче, нет, я уверен, что тут челы вряд ли как-то... Ну, то есть, а как ты можешь нерандомно это делать? Типа, анализируя сетап, анализируя соперников, я думаю, что это слишком запарно. То есть, вот то, что ульта рандомно... У них может быть неравномерное распределение просто на ультах. Блять, середит, Кашан снова середит. Блин, почему Витёк андед? Ладно. Я андед. Ну, слушай, кстати, дварфы сильны против андедов, 100%. Потому что у меня какие-то там синергии с органикой, а вот ты не органик. Я не знаю, силён ли я против андедов. Ты андед. Значит, слаб. Так, а что у нас за раз? У нас дварф. Сверху Макс. Блин, Гошан, ну давай, покажи мастер-класс. Да я отлетаю. Снизу тролль. А, Макс, дварф. Ой, ну ладно, это, конечно, моя ошибка. Тогда. Макс, дварф, да. Ну, короче, не знаю, мне прям, я когда играл в соло на летидах, я вообще не заметил компов. И когда я играл против летида, я меня прям очень боялся, когда волна от него шла, то есть там, типа... Ты улучшил каких-то своих ближнебойных челов, дальнобойных? Я ближников. А ближник? Уже спаунить. Я антимех взял. И чё-то подумал, что ты на дварфах, а не Макс. Ну, конечно, знаешь, что забавно, конечно? Забавно, что я тоже взял антимех. Но я знал, что Макс это мех. Ладно, я не буду тебя. Я честно построю первый барак не в тебя. Ты можешь что угодно делать в информации, но я честен максимально. Перед подписчиками особенно. Подписчики гарант, так сказать. Ну учти, что у меня антимехи, они из второго барака идут, так что пока на тебя не стоит второй барак, антимехов не будет. Правда, у тебя мехи тоже идут из второго барака, так что это синергия.
О, тролль взял, если что, тролль взял троллинг. У меня мана уменьшается в мейне. У нас сейчас могут начать бараки гореть, пацаны. Тролль каждые, типа, 30 секунд делает блин, что-то. Блин, каждая катка сейчас будет вот таким рандомным говном. Ну, да, печально. Троллинг это не самое. Блин, надо было достать, пока вы взять свое антидворфовское говно, а потом репикнуть расу. Ну, нет, слушай, я взял антидворфовское говно после того момента, когда можно было репикать расу, я достаточно долго выбирал. Так что тут это я сложно законтрить. Раса же там, по-моему, первые 15 секунд или 20 буквально. Так, а что, следующий троллинг? А, он снова ману? А, нет, он теперь ману юнит там сжигает, я понял. Скринжатина. Ну, блин, водор сжигает, мать, вообще без маны. Не понял. А, акт агрессии. Это не акт агрессии. Я, построившись на комбат, только сейчас дошел до нейтрал. О, он удвоил атаку юнитом, если что. Троллинг удваивает атаку юнитом. Пиздец. Ну, сейчас надо пушить. Блядь, еще комп у меня пошел. Заслуженно. И мешание комп одновременно пошли. Вроде вы не успеете дойти до меня. Священная роща осквернена. А ко мне по центру дошли. В первом барак? Угу. Нет. Опять 25. Так, а сейчас что? Блять, горящие бараки, здравствуйте. Я, кстати, подготовился, и у меня вторая броня зданий выкачена. У меня не вторая броня зданий. У меня просто горящий барак. Блядь, потом ну, будет троллинг. Еще быстрее это происходить. Произошел троллинг. Короче, спушьте тролля, пожалуйста. Ты тоже можешь его пушить, будем честным. Я вот могу не строиться на центр. Священная роща осквернена. Нормально, не хватает золота. Не хватает золота. Не понял. Хотя, понял. Как мне кажется, тебе выгодно строиться на центр. То есть ты занимаешь центр, ты вообще хуй выкуришь оттуда. Блин, ну что-то дофига, башенки уже сгорели на 500 хп, а можно не надо? Сейчас закончится. А, минус 89. Короче, понижена атака. В два раза понижен урон зданий. Дефа тяжело вообще. Ну, Гошус, ну как я буду дефать твой антимех? Ты просто спушишь его за секунду. Гошус, еще юнитов дофига спамят, с этим аккуратно надо. Ну, это правда. Этот антимехи чуть... Точнее, антимех-билка чуть слабее, чем я думал. Там написано, что она заменяет дрона на роача. А по факту из яиц все равно спавнятся дроны, а не роачи. А роач это твой просто первобарачный чел, что ли? Это... Роач это таракан. Ну, условно, да. Ключ самый дефолтный, маленький жмых. Ок, роач это таракан. Ну, я думаю, роач это тоже таракан. Ребят, ну... Гошан, вы меня спушите просто, давайте полегче. Я не понимаю. Он начал агрессировать на меня, я не планировал. Я не понимаю, как можно назвать первый барак
второй барак, в смысле агрессии. Второй барак это ради нейтрала. Блять, обратный второй барак можно назвать агрессией тогда, по-твоему? Ну, если ты меня спушишь, то можно. Писано. Так, что сейчас из троллинга? Ничего? Я ничего не жду. Пока... Сейчас. У мейна мана падает. Снова сжигает ману в мейн. Она в мейне переоценена. Но она уже не горит, кстати. Но она горела. Так, сейчас поменялось что-то? У юнитов теперь мана горит. А нет, move speed, юниты медленно идут. Ну это, кстати, хорошо, это, по идее, позволяет накопить большую толпу, пока ты идешь пушить. Но сейчас оно поменяется. Так, итак, новая хуйня. Это за броня зданий минус 20. Короче, нельзя подпускать чуваков к зданиям, потому что уменьшение урона на минус 60%. Супер жесткие пробития ожидаются. Как раз это Макс танки копит. Вот надо 30 секунд подождать. Патрулинг каждые 30 секунд меняется, да? 60. А теперь сейчас... А, у всех, видимо, у юнитов тоже, кстати, броня понижена. Просто, короче, все очень быстро отлетает. И здания, и юниты, и все. Кроме танков, потому что танки, блядь, дальнобойные. Ну, опять горим. Заебись-то, блядь. Ну. Ай, ебаный троллинг, блядь. Ну, это пиздец. А нахуя эта хуйня мне нужна на базе? Тролль, кстати, ульту отдал в тебя или в меня, Гошан? Я вроде не очень тебе подошел. Не в меня. Меня он сносит. Значит, меня отдал. Гошан в меня отдал ульту, кстати. Я в вас обоих, вы мне просто... Скорее даже в компа, чем в тебя, Макс. Я такими темпами барак догорит. Да это пиздец, блядь. Вот у меня у нижнего барака уже больше половины хп отсутствует. А меньше половины хп присутствует? Куда они, блядь, пропали? Центральный барак, который никто никогда не бил, 1000 хп уже потерял. Я так, поменялось. Барака, 500 хп. Оно... А сейчас, а что поменялось? Move speed. Снова, короче, юниты замедлены. Там самое неприятное, что башенки горят в этот момент, и башенки хуёво восстанавливаются. То есть это реально повод, видимо, броню очень быстро спамить. Это лайтовая вещь. Пока ты будешь спамить броню, твои противники будут тебя барак ставить. Да, хорошо. У меня в этом плане хилка бараков прикольно работает, что она направленная на площадь. Ну да, ты можешь, но у тебя все бараки горят, понимаешь? Да, да, но вот сейчас у меня нижний барак был там на 500 хп, я всеми тремя бараками отхилил нижний барак. Ну это забавное, да, свойство. Вот я просто, у меня нижний барак, сука, 1680 хп, за что, блядь? Я сделал плохого, блядь, что? Макса пушил. Да не пушил я Макса, блядь. Выдумщик ебучий. Пушил. Даже
Один человек нормально держится. Я думал, мои юниты его аннигилируют, а он так прям хорошо на первом уровне. То есть я недавно узнал, что аннигилируют — это некорректное слово. Аннигиляция — это когда две материя и антиматерия соприкасаются и превращаются в энергию. А аннигиляция, да, в данном случае ты называешь просто, что твои юниты убьют Мурадина, а Мурадин их не убьет. Ну, скажем так, тут аннигиляция идет в смысле уничтожения без остатка чего бы то ни было. Но тем не менее. Ну, то есть, условно, если у тебя есть пушка, которая стреляет антиматерией, и ты стреляешь в материю, все равно же будет считать, что ты аннигилировал материю. Нет, ты аннигилировал и материю, и пушечное ядро. Ну, ты когда-нибудь говоришь, что ты занимаешься аннигиляцией пушечных ядер? Короче, это некорректно называть аннигиляцией одностороннее уничтожение. Звучит душно, Мишаня. Абсолютно душно. Это образовательный тред для подписчиков. Так, ну что, сейчас будет снова пожар. Пожар. Горим? Какой пожар, конечно, мог бы быть, но Аркадий Паровозов спасет. О, ебать, у юнитов удвоенная атака, если что. Ну, и, да, конечно, Витёк ко мне подходит. Огромная толпа ко мне. Хуярим Мишаню, хуярим, блядь. Вот сейчас точно происходит аннигиляция барака компа. Что бы там Макс не говорил. Подкрутил. Ну, кому он тоже, интересно, потеряет или нет? Ну, что я с героем, так-то ему иду. Я без героя, но я просто тотальный развал базы устраиваю. Минус две башни, минус барак. Ну, видимо, я тоже. Прям у меня третий барак, правда, но, по-моему, это его не снесу. Я, походу, сейчас еще центральный. Ну, ладно, может, не снесу. Но ну центральный... что-то комп, по-моему, заканчивается реально, да. Комп исчезает, да, реально. Центральный барак падает. Короче, троллинг был, произошел троллинг. Блин, мне надо успеть сломать центральный барак. Да. Антимакс смотрите против компа. Тот самый антимакс. Легендарный антимакс против компа. Вон, ульту отдал. Это что за хрень? Почему они в туза зашли? Скирам? Нет, Скирам это все-таки не может быть гуш. Нет, Скирам это у него танк большой. Ну, тот я испугался, что-то... Слушай, он его джина моего застилит, иди нахуй! Блять! Да пизда! Охуеть, блядь! Просто какие-то обосранные дворфы застилили моего волджина. Ах ты ж пидорас комповый! Я Мурадин сейчас мне барак снесет. Хотя не Мурадин снесет барак, он просто сгорит. Ты учти, что он прогорит на 500 хп минимум. Ну, пока что... Кушана больше. Я еще думаю, что с апом мейна или еще чего-то там троллинговая билка может все больше и больше сносить. Тут не знаю. Я к вашим услугам. Священная роща осквернена. А, я думаю, она там два раза подряд выбралась скорее барак. Нет, нет. Исследование завершено. Просто оно 20 секунд еще будет гореть. Священная роща осквернена. Ну, Витёк на меня еще третий поставил. Да иди нахуй, блядь, сел. Они все уйдут. Исследование завершено. У меня у нижнего брака 1500 хп, блядь, за что? У меня все бараки разваливаются просто. Нет, блядь, просто ебучий троллинг. Хорошо, что комп быстро закончился в этой катке и решил нам мешать играть.
Я бы не назвал, это закончился, конечно. Я теперь не понимаю, когда дефицит Макс, который на меня двумя героями идет. Исследование завершено. Она же, кстати, умеет тебя быстро восстанавливающиеся барати брать. Так, юнит без маны ходит сейчас. Да, мне что нельзя. Ну. Давайте еще барак мне спушите. Да. Слава. Два раза. А, маг. Почему ну барак-то идет наверх? Можно не надо. Барак, вернись. Все прощу. Не хватает золота. Древо выращено. А где мана, ману барак? Я что-то не понял. Троин сжигает героям, видимо, тоже. Я не верю, что на барак сильно нуждается в мане. Но вот то, что он пошел вздыхать, это 100%. Так, ну Орс, хуярим Орза, потому что Орс... Да, ну блядь, не. Заебал, но он реально 4 раза ральнул, блядь, горящие бараки. Ну что это за пиздец? У меня реально сейчас барак сгорит. Ну, у меня центральный барак потерял половину хп, хотя он ни разу никем не был бит, блядь. Ну что это? Кого, нахуй? Кого, блядь? У меня все бараки были биты, особенно новичковые. Да, чувак, ты дворф, ты взял с тебе быстрое восстановление. Тебе это не так сильно касается, у меня нет быстрого восстановления. У тебя репэр можешь взять. Вместо репэра, что? Ага, уйди. Гоша на меня 4-й поставил. Гоша на тебя 4-й барак 100 лет назад поставил. Гоша, иначе этот барак упадет. Прямо в том, что Гоша остается без нижнего барака. 90, 60, 30... 7 бабам. У меня просто сгорел нижний барак. И я ничего не мог с этим сделать. Ну походу ульту придется отдавать. Да ну не трогай, блядь, съебали. Отдайте, оставьте меня в живых, мою хуйню. Ну пожалуйста. Откуда у вас столько денег? Почему всех 4-й бараки? Вы издеваетесь, что ли? Ну мы компас к штанам распилили, возможно, поэтому. У меня 25. У меня 26700, откуда меня нет, хватает денег ни на что. 24. Как я сейчас вам рожу 4000 голды на то, чтобы задефаться от вас? Просто ненормальное что-то. Вы юнитов, что ли, вообще кстати, не качаете? Прикольно. Вот мы наверняка не знали эту фичу. Если что, когда жмышки вылетают из мейна у нежити, они когда у него возвращаются, они его хилят. Я не обратил внимания, тратят ли они хп ему, куда они вылетают. Да, прикинь, вылетает ульта и убивает мейн просто. Да, ты что? Это что, блядь? Да пиздец. Красиво. Что? Я не могу. Юнисно, что ли? Ну это полный троллинг. Ну-ка, Шан, мы без нижней линии играем теперь. Да я, по-моему, без всех линий сейчас буду играть. Нет, за что это за хуйня? Блять, я мог, у меня деньги были апнуть в барак, я просто даже не следил за его хп, это просто пиздец. У меня, блять, ну... Мы просто ебануться, блять. Да это жесть. У меня сейчас все башенки сгорят.
Вот Мишаня, ебаный троллинг, бля. Пиздец, сука, тролль, твою мать. Нет, я базу потерял не потому, что троллинг, а потому, что вы решили на меня сделать четвертые бараки. Ну я четвертый барак честно отправлял в деф, когда на тебя шло, на меня шло. У меня сейчас все башни, но у вас, наверное, тоже все башенки умрут, да? У меня верхний барак сдох. Нет, с башенками у меня, кстати, все нормально. Ладно, зато быстро. Это жесть какая-то. Это быстро получилось. Что-то антимакс произошел не только снизу. В итоге. Если комп еще и победит таким итогом... Да нет, ну комп не может победить. Как он победит? Он же сам тоже горит, по идее. По идее-то да. Но у меня типа 1000 хп сверху, 1000 хп справа. А, герой не захотел идти вниз. Ну... Его делом. Одна башенка осталась, 130 хп. Боже, серьезно, у тебя, почему у тебя верхнего барака нет? Я спушил. Я сгорел, нет. Сгорел. Он сгорел. Тут игра немножко альтернативная. Я что-то не понял, реально, откуда у вас деньги на на два четвертых барака? У обоих хватило на меня по четвертому бараку сделать. Ну, у меня деньги за то, что у меня башенки поумирали, это типа плюс 2000 сразу. Мои башни на месте, но у меня деньги... То есть то, что я не потерял башенки, значит, это ошибка. Записал. Записал, надо было терять башенки тоже. Просто... Игра говна. Ну, игра говна, это факт. Типа, в чем мем? Я еще, у меня катка продлилась для меня 23 минуты. Ну, типа, замечательно. Я хотел быстро сыграть. Не, ну, я не могу быстро, я теперь должен стримить вообще-то. Потому что мы 30 минут, если что, Майнкрафта было бы, возможно, дольше. Хотя мы там перезаходили. Непонятно. Сейчас стрим длится 32 минуты уже. Эх, план перевыполнен, получается. Нет, 30 минут Майнкрафта, очевидно, даже так будет меньше, потому что мы не закончили за 7 минут. Если что, Гошан, если комп сейчас еще раз ральнет эту хуйню, я останусь без ничего, а ты, возможно, переживешь. У тебя больше хп барака, чем у меня. Я останусь с башней. Блин, вы серьезно оставили компу мейн, чтобы он мог вам эту хрень сделать? Ну, поверь, это не было осознанное решение. Он сейчас уменьшил... Нет, вы убьете ему, походу. Ладно, все. Походу, вы ему все убьете. Гошана ни одной башенки. Блядь, Гошан так-то в башенках может сейчас улучшаться. Нет, комп еще может пожить. Комп может пожить. Ну комп, давай дефы. Опик. Нет. Нол. Ну поздравляю, Витёк выиграл. Ну, Витёк выиграл, да. Я не могу. Два барака, Гоша один. У тебя кушты есть. Я не знаю, сколько у тебя денег, но... У меня очень мало денег. Понял. Блядь, зато на меня четвертый барак. Денег мало. Смотреть. Записал. Да, что-то у меня почему-то на 6 тысяч больше, чем у Гошана. У меня нет сейчас сайт бараков, а это значит, что у меня по сайт-линиям очень плохо с фермом. Сайт-линии переоценены. У меня есть деньги, но не очень понятно, куда их тратить. У меня одна башня. Я в ней, конечно, КД улучшаю. Пойдите поверх должен пропушивать потихоньку. Это, кстати, почему-то пока что не происходит. У меня, короче, будут проблемы, да. Если ты по какой-то причине герой, короче, не пойдет сейчас вниз. Тогда у меня будут проблемы. Гоша со все четыре башенки живы, но на барак хватило. Красиво. Блин, а на барак крыс, он против своих сражается. Факт. Что-то у тебя ульта как-то не очень эффективно.
Стивен, по-моему, сработал. Да, вообще позорно как-то. Твой антигеройский герой, по-моему, сейчас не убьет ни одного. Ладно, только завтра не сдох. Гоша, сколько у тебя гуши стоит? Да, 2750. Так. Стандартно. 2750, несмотря на то, что один из них... 2750. Что? Ну, 2750 по стандарту. Я говорю, 2750, несмотря на то, что там один из них, у него ХП в полтора раза меньше, чем у нормального гуша. Вроде неправда. Это правда. Нет. Я не знаю, что так решил. Я, смотри, я взял максимальное ХП и поделил на максимальное ХП нормального гуша. Давайте вы призовете по гушу, и вы сами поделите, увидите. А, что... да, призываю гуша, смотрим. Тебя а день... что, предложения будут? У меня антимехи, нет у меня гуша. Короче, ладно, у гуша 27 тысяч должно быть. Давайте посмотрим, сколько у гушиного будет. Нет, не 27 тысяч, 25 тысяч, как ульта сносит. У них там какая-то очень большая синергия, если они идут друг за другом. Big Boss is nearby, this unit has increased speed. Кто такой Big Boss? Я не знаю. Большой босс, Витёк. Гошу, скопи деньги. Снизу надо 2750 как штык. Да там не 2750, там 5500 нужно. У Витька... Блин, у Витька фуловая мана. Ну, конечно, у Витька фуловая мана, с чего бы ему быть не фуловый. Не знаю, у меня мана при смерти не была. Да, 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 блядь, сюда лут. Вот так проигрываются выигрышные карты. Возможно, тебе ульты хватит. Ну, хватит, скорее всего. У меня юниты, главное, это решили перейти. А так, два я... героя... Нет, ну они там посражаются какое-то время с тобой, конечно. Но ну, это, Витька блядь... реально... Это не честно. Витька реально ульта хилит мейн. Это просто в крысу. Гаша не призывает. Ты потеряй башенку, не надо призывать. Он не перенаправится. Ясно. Не очень полезно. А, сейчас, конечно, призываем. Ну тут есть одна проблема. Почему он говорит кам? Говори, что там проблема. Я не успел посмотреть, сколько у него ХП, потому что Витёк слишком закрысил быстро. Извиняюсь. Меньше, чем в смайте. У него гораздо меньше, чем в смайте. Вот что важно. У него гораздо меньше, чем в смайте. Забавно, что оно бараку это не помогло. Не, ну оно барак вряд ли. У тебя волна очень хорошо призвалась, и у Витька нету барака на тебя, поэтому вторая волна не пришла тогда, когда должна была. Возможно. Ну я немножко тильтанул с того, что у меня два чувачка пошло наверх в такой ситуации. Они еще и зафидят там, смотри. Хотя у меня есть барак на линии, а у тебя нет. Прикольно. Ну, сейчас еще одна волна подойдет и посмотрим. Скирам может сейчас отлететь просто. Ну, скорее всего, Скирам отлетит, но Килкузат тоже отлетит. Угу. Возможно, это неплохо, потому что мне на центре пригодится. Просто у Гошина юниты, блядь, почти... Блядь, серьезно, они 2-2 прокачаны, и они, блядь, бессмертные такие, ёбаный рот. Не, ну там ближники все-таки 6-2, а не 2-2. Я 5-2 вижу у кого-то. Почему 6? Какие же они, блин, имбовые, реально, ё-моё. Не, Гошан, 6 это если ты его прокачаешь, он 5. Ну, да, 5. Скирам сильнее Сильвана, чекаем. Скирам 2. Не, ну то, что у Гошана сильнее герой, это факт. Нет, у Гошана не герой сильнее, кажется, просто юниты его хорошо защищают. Ну и юниты тоже сильные. Герой это хрен с ним. Так, Виклор, ну, видите, у Виклора, знаю, Виклора вообще гораздо меньше... чем надо. Да, но это неправда, что гуши с 25 тысячами стартуют. Ну 23, стартуют, может, 22, точно не 15 тысяч. Не может такого быть, но если бы они становятся неубиваемой ультой уровни на 14-м. Я считаю, что они, блядь, короче, у гуша первого уровня не 15 тысяч хп. Это не гуши, да, это какая-то уверен, хрень. Примерно 15. Нет. И не 16, и не 15.
Я ничего не знаю, блядь, Кэшан прям душит, пиздец. Я недоволен. Я недоволен тем, что я два героя просто пошло наверх и зафитило. Гоша, тебе, возможно, не хватит Виклора. У тебя путь слишком близко к бараку, я не знаю, он, по-моему, сейчас... Да не будет он трогать его барак. Нет, одного пуджа не хватит. Мой барак, там нет, одного пуджа хватит, если один путь сейчас только будет делать, что бить твой барак, он убьет его. Да не будет он бить барак. В любом случае, я ничего не могу сделать. Значит, нижний барак, по-моему, второй сдох. У Гошана, Гошан, тебе третий сдох барак? Третий, да, как минимум. У меня второй. У меня ни одного... Ладно, у меня четвертый барак был последний, центральный, когда вы мне остальные два спустили, у меня деньги сразу появились. Да, блин, на самом деле, если бы комп реально так агрессивно не хуярил эту способность, я бы выдержал нижним бараком. У меня были деньги, просто у меня, видимо, было очень мало хп, и он два раза подряд закинул, и он сгорел. Просто даже не чекал его хп, потому что я видел, что юниты не идут, не близко. И какой-то прямой опасности прямо сейчас не было, ага, не было. Классическое отсутствие прямой опасности. Угу. Просто сгорел. У меня было хп, деньги улучшить его там до третьего, возможно, даже до четвертого. Дофига вот у меня денег было. Но хватило только на Макс. Что? Денег на аппарат хватило только на Макса. Мне на нижний тоже хватит. Что-то не видно. Вот по катке видно, что у тебя хватило наверх. Как уж она наверх вверх хватило. Конечно, у нас еще ни одной башенки не потерял. Башенки держатся. Кстати, по башенке я очень недоволен тем, что у меня два героя просто видел наверху. Ну, какого хуя это вообще было? Это интересно, что потому что у тебя барака, а у меня нет барака. Я не понимаю, почему не пошли наверх, как минимум. Ну ладно, допустим, пошли наверх. Почему они видели-то так легко? Что происходит? Мы? Ну ладно. Не, барак тоже бьют. Нет, барак они немножко потыкали, да. Но то, что у меня два колосса пошли бить мейн, это, конечно, для меня проблема. У меня, я думаю, что у меня сейчас будет проблема с тем, что у меня герои хуй пойми куда будут перенаправляться из барака. Давай смотреть. Пока что мои перенаправляются. У тебя пока еще проблема, что у героя спавнится за бараком, а дефать надо перед. Сильвана, допустим, у нее нет никакой причины идти перед бараком, поскольку она дальняя. Бил туда, туда же. Ну, это правда. А он и барак обычно прыгает. Витек, я придумал, а знаешь, что возможно? Возможно, светлячки это лайфстил, то есть они бьют юнитов, потом возвращают в мейн то хп, которое они у них убили. Ну, или там 20%. Это может быть, да. Ну, надо посмотреть, как это в доте работает. Здесь, скорее всего, так же. Не понимаю, сейчас верхний брак потеряют пустой линии, ну какого хуя? Ну, что вообще происходит? Они все ушли дефать вниз. Ну, в смысле, мид. Ну, грубо говоря, когда ты отдефаешься, у меня нет способов выиграть. А, у тебя же герой еще очень долго кдшится, да. Да, я ничего не могу сделать. Личное кд героев. Ну и плюс я, типа, своего следующего буша убиваю. Тут некоторые проблемы с нижней линией, потому что я всех героев отдал, видимо, сейчас. Гош, с нижней линии через 100 лет будет что-либо делать. Это все очень сильно не важно. Посмотрим. Ну, наверное, да, наверное, нет. Ну ладно, троллинг сделал эту катку немножко... Особенно. Ману пошел сжигать. Ну, это единственное, чем могу сделать. Не кажется, что репейр было лучше? Нет. Ну, грубо говоря, Витек ни разу не выигрывал чел с репейром. Хотя ладно, компы слабые выигрывали с репейром, но вообще. Человек никогда не выиграл.
сюрвайвлом, с той катки легендарной, с труп Никитоса был, у него же тоже наверняка репейт. Это он и был, да, но он выиграл потому, что Никитос был сильный. Не потому что репейр. Ну, короче, нет, не считается. Никитос кипикнул там не репейр. Забавно, что реально, поскольку компы не умеют смайтать, им насильно заменили смайт на репейр, если чел превращается в компа. Реально забавно. Я не знал. Ну, это не знал, но, в общем, да, это факт. Ну, вообще, Гашан, ты можешь задефать, если сейчас мейн взорвешь. Я думаю, что может и ультой, в принципе, задеф. Ульту я уже запустил. У меня так-то проблема вот с нижней линией, я говорю, я пока не очень понимаю, как мне от нее дефаться. Там просто юниты сильнее идут. По-хорошему, мне надо героя отправлять туда, но... Все герои заняты для дела. Закушена все еще ни одна башня не сдохла. Все еще. Башни жить. Гошу с мастер перенаправления. Я вообще ничего не перенаправляю, потому что... Секрет. Главное мастерство Гоша. Так-то всю жизнь, когда мы играли, мы не перенаправляли и ничего. Нормально, жили как. Витёк, конечно, там сгорел в какой-то катке. Когда мне показали мастер-класс по перенаправлениям, тогда я и сгорел, да. Но это было перенаправление не атакующих Гошан, а Гоша. По-моему, Гошан, у тебя же реально увеличенное КД у героев. Я не знаю, если честно. Ну нажми на мейн, наведи на верхнюю левую клетку. И особенность посмотреть. Раз. Давай потом, я немножко занят. Ну у тебя ты что сейчас можешь сделать-то? Ну мне тут важно. А, тебе... Может он Гоша хочет призвать прям супер плотно? Нет, Гоша. Ну, видимо, не может. Не, нет, Гуши в кулдауне все. Вот все, что я могу. Ну, в целом справедливо. Достаточно маны я не успел высосать. Не-не-не, забей. Я не знаю, сколько ты высасываешь за раз. Да немного. Я же с убитых героев получаю ману. Да-да. Если я не получал ману, возможно, ты бы успел. Мне кажется, репейр был полезнее пикнуть, потому что ты мог бы дожить до гуша, а в этой ситуации... Нет, я до гуша вообще не доживал, там еще до хрена кулдауна было. Ну вот сейчас ты можешь посмотреть, по-моему, твои расы увеличены кулдаун героев. Скоро не сможешь, Гошан, дай быстрее смотри. А куда смотреть, тут не написано. Нажми на мейн, навести на верхнюю левую клетку. Нет, у меня там написано мана трансфер. Да блять, на мейн! На мейне мана-трансфер. Верхняя левая клетка мана-трансфер. Да, верхняя левая клетка мана-трансфер. Нет. Да. Ладно, я верю. У тебя, есть, у тебя, видимо, две обилки, а не одна. Да, там двойная ульта. Одна тогда... мана-трансфер, другая мана-дрейн. Витёк, Гошан своей ультой просто забрал нам возможность посмотреть. Ну ладно. Так, какой у нас счет позорный. Сука, 2-1 героев компа. 12-8. Total Hero Level 66 сюда. Да. Я классический максовый Building Crest. Он уничтожил 8 зданий, причем ни одно из них он не уничтожил, блять, юниты. Да-да-да. Уничтожитель комп. Комп крысич. Ну, я думаю, что Мишаня проиграл, потому что мы антимех пикнули оба. Да вы антимех, а антимакс. Еще раз, у вас нет, никакой момент на компа не было по четвертому бараку, а на Мишань было. Макс, я спушил компа третьим бараком и успокоился. И ты не успокоился, что ты купил на четвертый. Я спушил компа вторым бараком и успокоился. Хорошо, а мне что, сосать после этого, когда... Видимо, да. Ладно, у меня сгорело, поэтому давайте еще раз кубик. Классика. Мишань, в принципе, антимакс стоит делать только для того, чтобы играть еще, как бы. Знаешь, Антимакс — это спонсор еще большего количества. Ну, у меня сгорело.
Нет, сгорел, у меня нижний бар. Ладно, давай Гошан подменить, короче, мне нравится. Отнести тут Гошанам. Ну, не лагало. Да, ну сейчас... Да не, сейчас ни у кого бы не лагало, потому что у меня не подлагало. Я не против, пускай Гошан. Так, давайте с фиолетовым, ок. Оставим, я готов оставим преимущество, просто... Просто... Да нет, я просто... Давайте вот этой фигней. Так. Нет, я хочу отстоять честь своего фиолетового. Давай честно. Нет. Не, хорошо, давайте эту штуку решит, играем ли? А кубик решит фиолетовым. Да не играем, Макс, мы же все нет, все нет. Играем только если сейчас четное выпадет. 14.88, при этом в Майнкрафт. Факт. Ладно. Все. Подписчики. Я вижу там вторую восьмерку. 88, по-моему, написано. Миша не отступил. Надо было согласиться на фиолетового Мишани, то он бы не стал репикать.